Качеву шайбу обработать и покатить дальше вперед. Петерсон разгонялся, но там Блажеевский уже избавился от шайбы. Петерсон не стал рисковать блокировкой. Петерсон. Передача и Коржков открывает счет в этой встрече. Не зря вернулся. Коржков-то. 1-0. Локомотив впереди. Петерсон нашел. Нашел продолжение. А все началось-то на самом деле с того, что Ткачев здорово отработал в оборону в средней зоне. Перехватил передачу, быстро вернул шайбу своим партнерам в атаку. Ну и такой хороший, сильный прострел от Петерсона. То ли передача, то ли прострел. Но Коржков оказался перед воротами, никем не прикрытый. Не успели накрыть его клюшку хоккеисты ЦСКА на возврате. И Егор Коржков отправляет свою первую шайбу в этом розыгрыше Кубка Гагарина в ворота ЦСКА. Лучший ассистент ярославского клуба в первой серии против Йокерита. 5 результативных передач на его счету.